Здравствуйте, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Уханов. Я профессиональный гармонист, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, а также официальный представитель фабрики «Тульская гармонь». В этом видео я хочу вам показать, рассказать и предложить приобрести одну из четырех замечательных гармоник. Все четыре инструмента модели «Тульская 301М». Все четыре инструмента в тональности до мажор с пластиковыми резонаторами, но между собой они отличаются как по цветам, так и по наличию разных опций. Начну с самой, на мой взгляд, красивой гармоники из этих всех четырех и самой необычной. Посмотрите на эту гармошечку. Но разве не красавица? Этот инструмент обтянут эксклюзивным оранжевым перламутровым целлулоидом. Причем, в отличие от совсем стандартного варианта, здесь и сетки тоже обтянуты целлулоидом, потому что сетки здесь резные, деревянные. Также у инструмента итальянские правые кнопочки. Левые кнопочки мы сделали не черные, как обычно, а беленькие, потому что здесь и белый мех с мельхиоровыми уголками, и белые кожаные ремни. Вот, посмотрите. На этот ремень не обращайте внимания, это мой проверочный ремень. Также вот эти белые пукли, у них такое смешное название, но это такие вот подставочки, чтобы инструмент ставить вот так. Ну, кстати, вам совет, дома держите всегда инструмент в таком положении. А так вы можете его ставить, если некуда поставить и приходится ставить на пол, например. То вот так. А если там на диван или на шкаф, или где вы храните свою гармошку, то обязательно именно в таком положении, чтобы не отвисали залоги. Все четыре гармошечки продаются. Именно это стоит 42 тысячи рублей. Цена состоит из основной цены гармонии с 1 января. Это 34 тысячи рублей минимальная цена на гармонь Тульскую 301М. Но здесь достаточно много разных опций. Еще раз их перечислю. Во-первых, там внутри в клапанах стоит другой материал, не поролон. Новый материал, это даже не полар. Он настолько нов, что я немножечко забыл, как он называется. Но такой же материал в клапана мы сейчас ставим на многотембровые гармоники. Далее инструмент вот в эксклюзивном перламутровом таком оранжевом целлоиде. Далее дополнительно идут деревянные сетки, которые тоже обтянуты этим целлоидом. Итальянские правые перламутровые кнопки. Белые ремни, мельхиоровые уголки. Преимущество тональности до мажор над остальными заключается в том, что гармонь в этой тональности мы можем делать с пластиковыми резонаторами. Это значительно удешевляет процесс изготовления и позволяет делать инструмент более-менее бюджетным по цене, потому что гармоника с деревянными резонаторами стоит существенно дороже. Помимо финансового плюса, есть еще плюс в звонкости. Гармоника очень звонкая. Если сравнивать с деревянными резонаторами, то, наверное, нужна уже четырехголосная гармонь, чтобы она перекрикивала или была под стать вот этой гармошке с пластиковыми резонаторами. Это все потому, что звукопоглощающие свойства пластика очень малы, то есть весь звук он отталкивает. Тональность до мажор идеальна для начала обучения. Почему? Потому что вы нажимаете ноту до и слышите ноту до. Это удобно при игре с другими инструментами. Если вы будете заниматься по самоучителю или видеошколе, вы не будете путаться. Тем более, если вы будете заниматься по моим видеоурокам, а у меня их уже целых 110 видеоуроков, это 6 основных сборников и еще песенник гармониста, то все, почти все уроки записаны именно на гармониках в тональности до мажор. То есть вам будет очень удобно учиться и очень быстро научиться играть на гармонике, именно если она в тональности до мажор. Прошу вас послушать, как звучит данная гармошка, и заодно напомню цену. Именно этот инструмент в таком исполнении и с белыми кожаными ремнями стоит 42 тысячи рублей. Thank you.
я запел известную застольную песню «Виновата ли я». Почему? Да потому что тональность до мажор тоже очень удобно подходит для женского голоса. Обычно большая часть песенного репертуара для женщин будет удобна именно в тональности до мажор. Конечно, есть индивидуальные случаи, но это, скажем так, среднестатистический показатель. А что касается мужчин, то вы можете проверить, подходит вам эта тональность или не подходит под голос, если наберете в YouTube в поиске такую фразу «подбор тональности для гармониста» и увидите мои ролики, которые я специально записал для подбора тональности, именно под голос. Также в описании к этому видеообзору есть внизу ссылка на мои вот эти ролики по подбору тональности. Теперь пришло время показать другую гармошечку. Она почти такая же, но все по порядку. Сначала эту мы поставим и возьмем вот эту гармонику. По комплектации она, в принципе, точно такая же. Здесь только новый тоже цвет наш, голубенький такой, очень яркий, не темный, именно светлый цвет. Тоже деревянные сеточки, итальянские кнопки, такой же современный материал в клапанах вместо поролона, мельхиоровые уголочки, пластиковые резонаторы, до мажор. Но этот инструмент есть в двух вариантах. Точнее, гармошка одна, но я могу предложить его в двух вариантах. Сейчас поймете, о чем я вам хочу сказать. Обратите внимание на черный мех и при этом на белый ремень. Гармошечка очень тоже красивая, и если мех разведете, то внутри он беленький. Но в таком положении он черный. Поэтому есть два варианта комплектации ремней и вот этих вот подставочек. Сейчас здесь установлен белый кожаный ремень и белые подставочки. Если вам нужна эта гармонь с белыми ремнями, то цена будет 42 тысячи рублей. Если же вы скажете, что нет, вам белые ремни не нужны, то у меня есть второй комплект ремней именно для этого инструмента и второй комплект вот этих подставочек, да? Тогда будет цена 40 тысяч рублей, то есть на 2 тысячи дешевле, черные ремни дешевле. И будет у вас гармошечка с черными ремнями. И также вот эти вот крепления сердечки тоже будут тогда черного цвета. Несмотря на то, что гармоника такая же внутри, я ее вам продемонстрирую. Пришла очередь положить этот инструмент, точнее отложить этот инструмент в стороночку, чтобы взять очередную гармонику, уже темно-синего цвета. Вот третья гармоника. Видите, синий более такой насыщенный цвет, такой даже более темный. И комплектация здесь чуть-чуть попроще. Здесь сетки идут металлические, черного цвета. Так как корпус именно темно-синий, то они, в принципе, не бросаются в глаза, то, что черный. Тем более, гармонично сочетаются и с вот этим лидерином черным, и с черными кнопочками, и с черными ремнями. Здесь, конечно, уже в комплекте только черные ремни. Но, кстати, имейте в виду, что если вы человек достаточно крупный, то стандартные ремни вам могут быть немножечко маловаты. И тогда вы можете эту же гармонику, да и любую из всех четырех гармоник, заказать с заказными широкими ремнями, которые имеют большую длину. Такими ремнями комплектуются гармоники многотембровые и гармоники заказные.
А все остальные гармоники комплектуются ремнями узкими и более короткими. Но если нужны заказные, широкие, длинные, то, конечно, без проблем, но, к сожалению, за дополнительную плату. Там цена зависит от самих ремней, есть несколько вариантов, поэтому уточняйте уже конкретно, когда будете мне звонить, кстати, по телефону, который указан на экране, или писать мне на электронную почту и в социальные сети. Отличается от стандартной комплектации эта гармоника всего лишь тремя опциями. Это правые перламутровые кнопки, это мельхиоровые уголки и новый материал в клапанах вместо поролона. Соответственно, цена дешевле, 37 тысяч стоит данная гармоника. Тоже сейчас вам продемонстрирую, как она звучит. Последняя гармоника. Эту ставим аккуратненько в стороночку и берем красненькую. Итак, вот последняя в сегодняшнем обзоре красненькая гармошечка. Тоже тональность до мажор, напомню. Комплектация такая же, как у синей. То есть дополнительно здесь есть три опции. Вместо полара стоит современный материал в клапанах. Мельхиоровые уголки здесь есть. И вот такие красивые правые перламутровые кнопочки. Напомню, что тональность до мажор идеальна для обучения. Сейчас я работаю в Российской академии музыки имени Гнесиных, а когда я работал в музыкальных школах, то всем своим ученикам рекомендовал именно гармоники до мажоре. И судя по тому, что у меня многие из них лауреаты всероссийских, городских и даже международных конкурсов, можно сделать вывод, что до мажор не зря я им рекомендовал. Слушаем, как звучит эта гармошка. Цена этого инструмента 37 тысяч рублей. Для того, чтобы его приобрести, ну, либо предыдущие три гармоники, достаточно просто мне либо позвонить по телефону, который вы видите на экране, либо написать через интернет, например, на электронную почту или в социальные сети. Если хотите научиться играть на гармонике и вам нужен новый инструмент, то выбирайте одну из этих четырех гармоник и не пожалеете. Ну а с вами был, как всегда, Павел Уханов. Хорошего вам дня или вечера и до новых встреч! До свидания!